Հայրենիցիրուն։ Ой, չէ, ես շատ վատ եմ խոսում հայերեն, поэтому я стараюсь говорить на русском. Варманка, да. А вот когда я меня стан. Копеечка. Я не буду. Нарис, спасибо за розы. Ребят, лайкайте эфир, пожалуйста. Ваш Елень вот так вот тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, кидает. Ай. А у меня уже отца. Чем кидаова? Откасыс? Мог чай-то сильно. Слав, мерси. Лав. Барев. Меня зовут Милана. Укчедуси. А, с картами. Карта. Салам. Милана, да. Милана. Я. А вас как зовут? Офигеть, сколько людей. Все, больше не буду батлы делать. Я буду вот так общаться с вами. Да, вы мерси. Милая Милена. Я не Милена, я Милана. Это сейчас хозу. Я не видела сообщения. Иван. Иван. Как включить компьютер? Кто знает? Он у меня выключился, и все. Он типа включается и не включает экран. Ну, типа, он как будто включен, но не включен. Нормал дуас. Я сам. Как быть? Лайкайте эфир, ребятки. Искакан? Ну да. Я не понимаю. Привет, привет. Ой. Через Русастан. Имнеля. Вот я не знаю, что делать. Что делать с компьютером, который не хочет включаться. Красавец, благодарю. А, и славим дуконцик. Новый купи. Хорошо. Окей. Но я люблю этот компьютер. Он у меня уже несколько лет. Как на армянском привет, Барев. Привет, привет, кстати. Я не успеваю. Привет, как дела? Ты откуда? Дела отличные, я из Московской области. Барев.
Даха Барев Вонцест. Это как дела? Энум Кянкна Чикидем. Как по-русски будет, я тебя люблю? Не знаю. У нас так много. Ребят, подписывайтесь на меня. Будем чаще видеться. Ты остановишь? Не. Может быть, когда-нибудь мы встретимся. Привет. Есть была вы. Парень есть? Нет, парень нет. Поехали на море. Окей, конечно. Дай номер телефона. И у меня только кнопочный телефон, и тот там симки нет. Приезжай в Париж. О, приеду обязательно. 100%. Я хочу в Париж. Кстати, я сегодня должна сесть и написать список мест, куда я хочу отправиться. Обязательные, ну, то есть, обязательные там города, страны, куда я должна поехать, прежде чем... ну, короче, вы поняли. Прежде чем я перерождение произойдет. Если на то... Ну, короче, если это будет. Поехали на рыбалку. О, поехали. Прежде чем замуж выйду. Нет, ну... Прежде чем замуж выйду, там будет другой список. На следующий год Египет.